Прежде всего, я предлагаю моему Гурупада Падме Нити Лила Правишту Ом Вишнабата Штадрашата Шри Шримат Бхакти Шри Рупи Сиддханти Госвами Махараджу почтительные поклоны, склоняясь к его лотосным стопам в бесчисленных саштангадандават пранамах. Также моему Шикша Гурупада Падме Нити Лила Правишту Ом Вишнабата Штадрашата Шри Шримат Бхакти Виданти Шри Нарани Госвами Махараджу. Я предлагаю Шрадха Пуспанджали, склоняясь к его лотосным стопам. Также я кланяюсь лотосным стопам Вайшнавам и Вайшнаве. Это Грандха Упадешамрита Шрила Прабхупады. Разные преданные задавали разные вопросы Шриле Прабхупаде. Он давал на них ответы, которые и легли в основу этой книги. Кто такой Шрила Прабхупада? Он Наяна Мани Манджари Шримати Радарани. На Голоке Вриндаване она служила Шримати Радарани. И тогда Радарани дала указ: Наяна Мани Манджари, отправляйся в материальный мир, потому что там очень много горя. Подари благо этому миру. Поэтому Прабхупада не зашел в этот мир. Также он дал наставление. И если кто-то будет следовать им, то непременно он отправится в Вриндаван и обретет служение Шримати Радарани. Потому что это правильный путь. Прабхупада сказал, что он основал Гаудия Матхи. И также он создал правила для семейных людей. И это не просто матхи, не просто дома. Это не, как бы не кунджа самой Шримати Радарани, Джадина Грикхе. В тех домах, где есть Харикиртан, Харикатха, где поклоняются Господу, такой дом и есть Вриндаванадхама. Я путешествую по разным местам и даю лекции по тому, какие наставления давал Прабхупада. Мы рассмотрим 2-3 вопроса. Как же обрести полную милость Кришны? Кришна дарует милость. Но как же обрести его полную милость? Прабхупада дал следующий ответ. Цитата на бенгали. Когда мы примем прибежище в группе Шримати Радарани, когда мы будем под ее руководством, а как это возможно? Когда мы будем рупанугами, без этого невозможно обрести полную милость Шримати Радарани. Все представители нашей Гуруварги молятся о чем? Например, Бхактивинода Такур. До тех пор, пока мы не примем прибежище Рупы Госвами, мы знаем, что невозможно обрести служение стопам Божественной Читы без милости Рупы Госвами. Народ Мудастакур, о чем молится? Шанарута Мудастакур поет. На кого мы возлагаем свою надежду? На Рупу и Рагхунатху. По их милости можно обрести служение Божественной Чите. Кришнадас Кавирадж Госвами, когда заканчивал главу читания Чаритамриты, что писал? Рупа Рагхунатха Паде Рагхумара Аса Чайтанна Чарита
конце каждой главы он молился о том, чтобы обрести прибежище Рупы Госвами. В чем же причина этого? Когда мы принимаем прибежище Рупы Госвами, то мы можем обрести Никунджа Севу для Шримати Радхарани. Мы станем квалифицированы для этого. Поэтому Рагхунат Хадас Госвами говорит: самое главное в жизни — это сева, служение. Насколько мы интенсивно и много совершаем служение, настолько много блаженства мы испытываем. А как же обрести полную севу? Это возможно в группе Шримати Радхарани. Есть три группы сакхи — татастха, випакша и свапакша. Випакша — кто? Чинравали. Они рассматривают только счастье Кришны. Вторая группа — татастха. Кто это? Те, кто и на стороне Радхарани, и на стороне Кришны. А свапакша — это те, для кого счастье Радхарани — это их счастье, а горе Шримати Радхарани — это их собственное горе. И они говорят, у нас нет никаких отношений, никаких прямых отношений с Кришной. Наши отношения со Шримати Радхарани. Но все-таки у них есть отношения с Кришной. Какие? Они воспринимают его как возлюбленного Шримати Радхарани, Амитурадхика, Пакшапатисада. Я в группе Шримати Радхарани. Цитата из Бхаджана Бхактивинода Такура. Я нахожусь в группе Шримати Радхарани и не желаю смотреть на тех, кто оставляет ее. Если появится гордость, что я служанка Шримати Радхарани, благодаря этому можно очень быстро встретиться с Кришной. Прана Прештха Сакхи выполняет эту севу. Но они какую-то сокровенную севу не могут выполнять. Кто же выполняет это служение? Маленькие юные манджари. Они выполняют это сокровенное служение. Шри Рупа Госвами в Падьявале написал следующую шлоку. Если Кришна спросит, кто ты, он ответит, я высшая истина, я Ахиларасамрита Мурти, я Абдарам Абдакам. Но если спросить Радхарани, кто ты, она обратит свой взор к стопам Шимасундара и скажет, я служанка Шимасундара. А если спросить Лалиту и Вишаку, кто вы? Они ответят, Рада Кришна Пранамора. Что они ответят? Рада Кришна Пранамора Югала Кишора. А если спросить Рупа Госвами, Рупа Манджари, кто ты? Он ответит, я совершаю служение Божественной Чите под руководством Лалиту Манджари. А если Камалу Манджари спросить, кто ты? Она ответит, она скажет, под руководством Рупы Госвами, Рупы Манджари, я воздаю служение. Прабхупада — это Наяна Мани Манджари. Он также под руководством всех совершает служение. Также есть Винода Манджари, Рамана Манджари, который под руководством более старших служит.
а некоторым покажется так много личностей, через которых нужно служить, под руководством которых нужно служить. Это же, наверное, очень тяжело, но это не так. Раса, насколько низко опускается, настолько она более сладкая. Шукамукхат Амрита Дравасамьюта. Бхагаватам, конечно, сам по себе сладкий, но когда Шукадева Госвами поведал его, он стал еще более сладким. Раса изначально исходит из Кришны. Затем он поведал эту расу, это повествование Брахме. И таким образом повествование, которое сошло с уст Кришны, обогатилось также нектаром с уст Брамы, затем с уст Нарады. Далее Писание не зашло к Вьясадеву и обогатилось его Адхарамритой. И затем оно дошло до Шукадева Госвами и таким образом обогатилось Адхарамритой и нектаром с уст всех, кто до этого рассказывал Бхагаватам. И поэтому раса всегда сгущается, когда спускается вниз. Рупа Госвами, например, служит Рупи, например, служит ради Кришны. И Радарани испытывает очень много блаженства от этого, очень много блаженства, служа Кришне. Кришна зачем не зашел, как Махапрабху, в Кали-йогу, чтобы испытать блаженство, которое чувствует Радарани, потому что оно в миллионы раз больше того счастья, которое испытывает он сам. А Рупа Госвами служит Шримати Радарани, и поэтому он тоже чувствует очень много блаженства. Он созерцает лилы в Радакунде и чувствует очень много радости. Затем под руководством Рупа Госвами Камала Манджари. Она также служит и испытывает радость. Таким образом, те, кто младше, они чувствуют ту ананду, которую испытывают те, кто старше их. И поэтому как же обрести полную милость Кришны? Для этого нужно находиться под руководством тех, кто является спутницами Шримати Радарани. Нужно принять прибежище у Шрилы Рупа Госвами. Благодаря этому можно всецело обрести благословение Кришны. Преданные в Шанта-расе, в Сакья-расе, в Дасья-расе, в Вацалья-расе также обретают милость Кришны. И преданные в Шринга-расе обретают милость Кришны. Но в Шринга-расе также есть различия. И именно те, кто находится под руководством Шримати Радарани, обретают полную милость Кришны. Они обретают полное служение Кришне, совершенное служение. Цитата на бенгали. Поэтому под руководством какого гуру нам нужно находиться и совершать служение? Под руководством того, кто в линии Рупы Госвами. Вот у такого гуру стоит принять прибежище, и тогда мы сможем обрести милость Кришны, иначе это невозможно. Мы можем совершать бхакти Раме, или мы можем принять прибежище у другого гуру, например, который находится в свакия, у которого настроение свакия, но мы не обретем полной милости. Как же следует совершать бхакти? Махапрабху дает ответ. Следующий вопрос. Тринад описаничина. Махапрабху говорит, что для практики бхакти нужно обладать четырьмя качествами. Терпением, смирением, не требовать к себе почтения и выражать почтение другим. В сердце каждой дживы присутствует Кришна. Поэтому всем нужно выражать почтение. Бхактивинода Тхакур говорит,
В этом баджане поется. Гурудев, по твоей милости я нахожусь в Годраме. Когда же ты наделишь меня способностью выражать всем почтение и не ожидать почтения к себе? Не думать, когда же будут меня восхвалять, когда будут уважать меня, когда же я избавлюсь от этого желания. Например, Мадхавендра Пури совершал баджан, и Такура Джи украл для него кхир. Мадхавендра Пури понял, что наутро Пуджари всем расскажет об этом, и люди будут удивляться, сам Такура Джи украл для него кхир. И они отправятся выражать мне почтение, поэтому еще до этого он покинул это место. То есть он сбежал от этой пратиштхи, от этого уважения. Но какова природа пратиштхи? Еще до того, как он достиг Джагнатха Пури, сам Господь пришел во сне к правителю Пури и сказал, что Мадхавендра Пури направляется сюда, отдай ему чиндал, сандаловую пасту. И поэтому еще до того, как Мадхавендра Пури прибыл в Джагнатха Пури, царь встретил его с гирляндой, чтобы приветствовать. Поэтому, если Господь хочет кому-то дать уважение, такого человека будут уважать. А если Господь не хочет дать уважение, то можно делать все, что угодно, но вы не получите почтение в свой адрес. Итак, нужно быть тринад абисуничином и бескорыстно совершать бхакти, без притворства. У садханы есть два признака – клешагни, шубада. Клешагни означает, что когда мы совершаем должным образом садхану, то клеш, неприятности из нашей жизни уходят. И в нашу жизнь входит все благоприятное. Естественным образом другие выражают вам почтение. Но если кто-то говорит, и не нужно просить, поклоняйтесь мне, восхваляйте меня, все естественным образом будут выражать вам почтение. Цитата на бенгале. Что же значит быть тринад абисуничаном? Это означает, цитата на бенгале. Итак, нужно быть тринад абисуничаном. Но что же это? Как же действительно стать тринад абисуничаном? Все, что есть, нужно отречься от этого и воспринять себя как слугу Гурудева. Цитата. О Господь! О чем я молюсь? Я молюсь о том, чтобы стать слугой, слуги, слуги. Рагхунатха Дас Госвами молится. О Раде, раз за разом я возношу молитву твоим лотосным стопам. Чего же я хочу? Пожалуйста, занеси меня в конце своего списка служанок. В самом конце, пожалуйста, впиши мое имя. Прабхупада дает наставление, что нужно оставить восприятие. Это мое.
и все использовать для служения Гуру и Вайшнавам. Все использовать для служения Господа, воспринимать все предметы как предназначенные для удовольствия Бхагавана. Также что нужно осознать? Что мы слуги имени Господа, потому что Хари Сабара Хариканам, имя Господа могущественнее, чем Он Сам, и более того, нами и нам и нама имя и обладатель неотличны. Что же значит быть слугой святого имени? Это значит каждое мгновение воспевать Хари Кришна Махамантру. Махапрабху сказал Кишайне, Кеба Джагаране. Каждое мгновение, когда мы спим, идем, кушаем, нужно воспевать святое имя. Но как же возможно воспевать, когда мы спим? Когда мы идем, кушаем, еще можно представить, но когда мы спим, как же повторять Харинам? Давайте обратимся к жизни описания наших Госвами. Цитата. Они воспевали Харинам всю ночь и спали всего около полутора часов. И во сне что же они видели? Лилы Рады Говинды. Во что мы погружены в течение дня, о том нам и снятся сны. Прабхупада дает наставление, что для обретения полной милости Кришны нам нужно принять прибежище Шримати Радхарани, нам нужно стать рупанугами и совершать служение под их руководством. Тогда мы обретем полную милость Кришны. Прабхупада Сарасвати молится. Как же обрести полную милость Кришны? В этой шлоке говорится, что обретение милости Радхарани сделает настолько удачливой, что даже если Кришна будет ругать, он на самом деле ничего не сможет сделать, потому что есть милость Шримати Радхарани. Прабхупада Сарасвати молится о том, чтобы в кунже, где Радхарани являет свой ман, ревнивый гнев, и говорит, я не хочу видеть ничего черного, и поэтому ее спутницы наносят сандаловую пасту на свои черные брови и свои черные косы украшают цветами, чтобы не было видно черного цвета. И манджари саки стоят у входа в кунджу, охраняют ее. И не пускают Кришну внутрь. Он молится даже не Радхарани, он молится служанкам Шримати Радхарани о том, чтобы обрести милость их свамини, о том, чтобы получить ее даршан. Кому он молится? Служанкам. И кто молится? Высшая истина, Верховный Господь, для того, чтобы получить хотя бы непродолжительный даршан Шримати Радхарани. Поэтому как же обрести полный даршан, полную милость Кришны? Принять прибежище у Радхарани и ее спутниц, потому что Он Сам молится им о милости. Итак, насколько же большое благо мы обретем, если получим милость Радхарани и ее спутниц? Именно под руководством нужно совершать служение Рады и Кришне. И именно гуру, который находится в такой линии, у него нужно принять прибежище.
Далее говорится, задается очень прекрасный вопрос. Прабхупада дает ответы, которые несравненны. Эта книга несравненна, она бесценна. Прабхупада сам дал ответы. Он изучил все писания и их суть изложил в своих ответах, которые легли в эту книгу. Цитата на Бенгале. Итак, насколько же важно наставление? Кто может быть гуру? Тот, кто считает себя гуру, тот, кто считает себя вайшнавом, он на самом деле не вайшнав. Вайшнав никогда не считает себя таковым. Бхактивинода Тхакур говорит, цитата, Бхактивинода Тхакур говорит, Амита Вайшнава, Эбуде Хоиба. Если у нас появится самомнение, о, я Вайшнав, я такой возвышенный, кто же возвышеннее меня? Я самый великий. Если такая гордость появится у нас, и мы начнем думать, да кому я должен выражать почтение? Я сам вайшнав. Это другие должны восхвалять меня. Почему я должен это делать? Для меня нет необходимости никого почитать. Я же велик. Я настолько учен. Я такой садху. Это неправильно. Это значит, что мы не вайшнавы. Цитата. Если мы никому не хотим выражать почтение и поглощены желанием почестей в свой адрес, то нужно понять, что наше сердце осквернено, и мы двигаемся прямо в ад. Поэтому никогда не нужно считать себя вайшнавом. Кто же мы? Мы слуги, слуги, слуг вайшнавов. Мы поклоняемся их лотосным стопам. Цитата. В этом бхаджане говорится, если мы начнем считать себя великими и будем давать остатки своей пищи других, считая себя возвышенным, то это неправильно. Какое же правильное настроение? О чем мы молимся? Всегда помнить, что мы слуги вайшнавов. Всегда воздавать служение. И это не значит, что совершая служение, мы ничего не получим. Но так или иначе мы должны совершать служение бескорыстно. Например, Шрила Бхакти Пури Госвами Махарадж, Вайбхав Пури Госвами Махарадж. Он жил во Вриндаване и никому не позволял служить себе, никому не давал такого позволения.
Потому что он понимал, что если он будет принимать служение от кого-то, то он должен будет дать что-то взамен. Он сам стирал свою одежду, сам убирался. Все делал для себя сам. Но в Мадхуре Премананда Прабху воздавал ему служение. Он очень много служил ему. И он разрешал Премананде Прабху служить ему и за севы посылал к нему. Бхакти Джива Джанардана Госвами Махарадж. Также приходил. И для них делали, например, сок из манго. То есть было разное служение для вайшнавов. Хотя обычно они не позволяли этого делать. Итак, те, кто считают себя вайшнавами, на самом деле не являются таковыми. Неверно считать, что я самый великий, и кроме меня никого больше нет возвышенного. Безусловно, нам нужно какое-то признание, но от кого мы хотим получить его? От вайшнавов. Мы хотим быть признанными слугой, слуги. Друва Прохлад, великие, Амбариша Махарадж, занимают очень высокое положение, а не вайшнавы. И если такие вайшнавы признают нас, то наша жизнь увенчается успехом. Поэтому нам нужно стремиться к тому, чтобы всегда служить вайшнавами и однажды также очистить свое сердце. То есть такое представление о себе необходимо, как о слуге, слуге, слуге. Цитата. Те, кто считает, я такой возвышенный гуру, не гуру на самом деле, и у них нет качеств быть духовными учителями. Шрила Вамана Госвами Махарадж, перед тем, как давать дикшу, шел к Шрили Нарайане Госвами Махараджу и говорил: «Махарадж, дай мне указание. Я собираюсь совершить великий грех, поэтому дай мне указание». Что это значит? У него было очень глубокое смирение. Он считал, что давать кому-то посвящение в дикшу с его стороны – это великий грех. Цитата на бенгале. Кто же может быть гуру? Кто же может исполнять эти обязанности? Те, у кого есть очень глубокая любовь, очень глубокая привязанность к своему гуру, не меньше, чем к Кришне. Кто такой гуру? Самсара Давана Лалила Навалидалока. Как должен ученик относиться к своему гуру? В Чайтанья Чаритамрите говорится, цитата: Прабхупада объясняет, хотя Кришна – это Ишвара, Верховный Господь, Он Ишвара, а все остальные – это Его слуги. Баладева Прабху также воспринимает себя как севака Бхагавана. В пяти расах, десятью способами он служит Кришне. Радарани также считает себя даси, служанкой Шьяма Сундара. Ее каявьюхи – непосредственные проявления, и также проявления Баладева Прабху находятся в настроении служения. И только Кришна Ишвара, Верховный Господь, а все остальные служат Ему. Но, несмотря на это, ученик должен воспринимать гуру каким образом?
Хотя гуру, севак, слуга Бхагавана, как должен ученик думать о духовном учителе? Он должен считать, что гуру не отличное проявление Господа, что милость Кришны приняла мурти, форму гуру, и не зашла к нему. Вот такое настроение должно быть у ученика. То есть вера, любовь к гуру должна быть больше, не меньше, чем к Бхагавану. Те, у кого нет такой веры, те, у кого нет такой привязанности к своему гуру, сами не способны быть духовными учителями. И кроме того, нужно воздавать служение Гурудеву. Потому что без этого не обрести подлинное понимание. Цитата на бенгале. Итак, только такие личности способны быть духовными учителями. Гурудев ки джай. Шри Прабхупада ки джай. Хари Хари Бо. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.